Здравствуйте, меня зовут Светлана. И сегодня мы поговорим на такую тему, чуть-чуть сделаем обзор гнезд, где наши курочки несутся. Почему бывают проблемы, что куры не несутся в гнезде, особенно молодки, и почему взрослые иной раз боятся заходить в гнездо. Сейчас мы эту тему начнем обсуждать. Ну, сегодня, как я уже сказала, мы поговорим еще раз о гнездах. Где-то у меня был уже ролик о гнездах, но сейчас задают вопросы, чтобы ответить все сразу, а не каждому, потому что тяжело, как говорится, все это набирать. На WhatsApp, конечно, намного легче, я голосовым могу моментально отправить. Вот, девочки мои ждут, когда мы гнезда. Что я делаю? Я раз в месяц все равно чищу гнезда. Гнезда у меня, видите, вот такие двухъярусные. Мы пробовали на стенку вешать и ящики ложить. Все, что, как говорится, пробовала. У меня всего 10 штук. Там вот два маленьких еще стоят. В них они изредка молотки только начинают нестись. И вот такие 8 штук. Я тут все поменяла им. Все вычистила, вычищаю и скребком все оттуда выгребаю полностью. А иной раз вы же замечали, когда, например, летом мы повелили по весне, вот когда солнце начинает пригревать, мы трогаемся вот даже за эту, вот так, я обычно летом проверяла, вот так рукой проводишь, а здесь мелкие-мелкие-мелкие такие рыжеватые особи сидят на руке. Это, как говорится, все паразиты, паразиты, которые питаются вот этим вот пухом отсюда. Ведь они все равно чистятся, пух у нас везде. Тихо, моя девочка хорошая, вот. И поэтому, чтобы избавиться от них, я постоянно раз в месяц, видите, не петухи, так курочки. Вот так, когда курица запела, значит, она готовится снести яйцо. Вот. Обрабатываю свои гнезда, вытаскиваю все полностью, что там есть. Там бывает сухое, они периодически все равно в течение месяца где-то кто-то нагадит туда, чтобы яички были чистые, как говорится, вытаскивается все. Я вот скребком, я вам сказала, уже приладилась, и обрабатываю. Ну и что вот я делаю? Я, как говорится, пробовала и дихлофосом, там много вопросов были, что он ядовит. Но, как говорится, мне надо убрать паразитов, чтобы моя птица спокойно заходила в гнезда, спокойно сидела и спокойно неслась. И у нее не было никакого дискомфорта и не было никакого беспокойства. Я о своей птице любой живности все-таки очень сильно, как говорится, переживаю тоже за них, как и вы, я думаю. Вот. И сейчас я уже давно средства, я стараюсь, чтобы, как говорится, и дома пригодилось на всякий случай. И было, как говорится, у меня в особенно большом объеме. Вот сейчас у меня вот такой блокмастер. Вот, это большая емкость. Мне он удобен от всех паразитов. Полностью здесь муравьи, тараканы, вши. Вот, как говорится, все ползущие и летающие насекомые, которые могут у нас здесь тоже появиться, и муравьи тоже у нас заводятся. Но им надо обрабатывать плюсовую температуру. Но видите, у меня сейчас в курятнике еще плюс 5 градусов. Нормально, потому что курятник у нас все-таки чуть-чуть утеплен, но не обогревается мой курятник. Я все вычистила, все обработала, он без запаха, этот препарат. Ну и на полчаса, как всюду пишется, чтобы курочки ушли. Ну вот я стараюсь обрабатывать, когда они снеслись, или что-то им на улице бросаю, чтобы они, как говорится, ушли отсюда из сарая, и как раз проветрилась обязательно. Потому что лучше всего профилактика, чем когда уже заведутся какие-то заразы. А заразы очень много, от пироеда, клещей, а клещей там вообще, видимо, тьма невидима. Вот, обязательно я вот этим обрабатываю. Обработала. Вот здесь, смотрите, ну, как всегда, а еще вот в этом блокмастере есть вот такая штука. Первый раз я сталкиваюсь с этим, что вот есть. Видите, чтобы если куда мы не могли пролезть, одевается тоже... Вот сюда такая насадка, и, как говорится, в любые щели, где-то мы можем не достать, например, распылителем, чтобы он действительно обработал. Этим можно обрабатывать и весной, как говорится, все вычищать. Весной я обычно гнезда стараюсь полностью вытаскивать, если есть возможность, полностью их обрабатывать, как говорится, полностью белить. Сейчас все-таки у нас уже зимний период. Вытаскивать ничего не получится. А как вы знаете, курочки у нас и тут могут нагадить, и в гнезде, и на этих. Все приходится по мере возможности, конечно же, чистить. Вот мы сейчас обработаем курочки. Ладно, я просто быстренько вот так по всем этим. Курочка куда? Обработали. Много сейчас я не обрабатываю, потому что это как идет только профилактика. Вот, и сено. Сейчас пока сено, потому что вот солома и тюк стали распаковывать. Почему не солома? Там еще много очень от соломы зернышек. И они сейчас начнут в гнезде копаться. Начнут в гнезде копаться, яйца начнут бить. Поэтому я сейчас просто положила сено. Сено, как вы знаете, мы закупаем.
Вот, обязательно. И девочки в сено, они прямо гнездышко как-то показывала, вьют и выбирают мелкую травку, ведь сено все равно я старалась брать из-под низа тюка, где оно уже чуть-чуть, как говорится, переломленное. Вот, сарай мы сейчас чистим 2 раза в неделю. Вот сейчас мы почистили, вот видите, все сухое у нас. Но, конечно, большой плюс, это у меня вот, как мы вот нам подсказывали, как мы придумывали, вот эти вот железки под насестами. Вот, и теперь вот здесь все-таки по суше, вот на сегодняшний момент. Мы вот вычистили, конечно, все, но большую часть времени они же сидят ночью. И гадят они на железку, получается. Я утром прихожу, быстро все убираю. Обязательно чистите каждый день. Не собирайте помет вот этими вот. Потому что в любом случае они гуляют по помету. Они ночью могут лазить. Я все вычищаю. Все просто. И все. Здесь у них на полу сено, солома чуть-чуть где-то что-то. Где что еще осталось. Вот девочки мои несутся. Как говорится, даже Илинька, но... Помаленьку они несутся, без яичек я не остаюсь. И еще плюс в том, что у меня здесь несколько поколений. Вот 2 поколения у меня несутся. Третье еще не занеслось, занесется только у меня, но после Нового года. Как раз весну, когда другие начнут готовиться у меня к линьке. Еще вопрос насчет гнезд. Почему молодые вот не успевают? Они еще не понимают, что это такое. Вот когда это надо сесть в гнездо, чтобы успеть, чтобы яйцо вышло как раз в гнезде. У меня чем хорошо? У меня старые куры показывают молодым, где нестись. Конечно, иной раз бывают. И на полу, и на улице я собираю яйца. Но в основном это уже когда загуляются сейчас. Уже все такие у меня более, как говорится, опытные. Вот. А так они несутся. Если вот, я говорю, там были вопросы, ну поставьте ящик. Сначала ящик. Можно сделать подклады, искусственные яйца, пластмассовые продаются. Потому что если они, не дай бог, раздавят яйцо, молодки, они его попробуют, и потом все яйца вы не увидите. Проконтролировать, когда она снесла, и чтобы забрать яйцо, это тяжело. Кто-то ж работает, ну, как говорится, вы ж не будете определенно сидеть. Вот. Так что ничего страшного, они постепенно приладятся. Сначала могут быть, да, яйца с такой тонкой шкурлупой, делят гнезда, мало им гнезд, как говорится. Вот, садитесь, давайте. Вот, потом все восстановится, когда начнет сформируется хорошо яйцевод. Вот, птица полностью созреет для своей яйцекладки, и все пойдет хорошо. Так что вот так, я обрабатываю гнезда раз в месяц, в любом случае. Морозы сильные, конечно же, только все вычищаю и доломитовой мукой присыпаю. Вот просто по нём. Ну, а сено я меняю постоянно. Чтобы не было не то, чтобы ни паразитов не было, и чтобы помет не скапливался, как говорится. Это же все запах курятники. Да тихо вы. Вот видите, я их не могу перекричать. Хотя... Снеслась, не самая хорошая яичко, снесла. Вот. Ну вот, девчонки работают, а мы им мешаем. Ну вот смотрите, вот лигурное яйцо, вот доминанта. Конечно, не у всех курочек такое яйцо. Есть поменьше. Молодец, молодец. Видите, снесла и говорит мне, что все готово. Это вот сегодняшние яйца, но это еще не все, они только начали нестись. Тут надо еще время, как говорится, выбрать. Ну вот, я на ночь вешаю тыкву вот на такой цепи. Я уже не первый год это практикую. Или тыква, или у нас идет капуста. Вот, просто ничего не разрезаю, вешаю, как говорится, им занятия, и мне хорошо. Никаких проблем не тереть тыкву, не надо, ничего. Так что вот так. Так что я вот нахожу время, чтобы вот хоть чуть-чуть обработать гнезда, как говорится. Остальная центральная обработка уже теперь будет, конечно же, весной, но все-таки лучше где-то что-то, лучше профилактика, лучше обработать, как говорится, вот пока еще на улице нету таких сильных морозов, и я могу это сделать, и моя птица, как вы видите, сзади, как всегда, орет и на улице гуляет, вот, по настилу, видите, у них много всего там настилено, и они спокойно у меня даже переносят морозы до минус 15 градусов. Ходят, гуляют. Так что не переживайте, если ваши молодки где-то что-то еще яйцо теряют. Если, как говорится, у них питание сбалансировано, то яйцо останется лежать. Ну, единственное, только если случайно они его не раздавят. А так они не тронут яйцо. Когда они не пробуют яйцо, тогда оно так и будет для них лежать просто как камень. Нетронутым. Так что постепенно они начнут нестись в гнезда. Не забывайте, все-таки раз в месяц надо все-таки менять постилку. И опилки все-таки для меня не вариант, потому что был такой
случай, они меня замучили. Вот, я их не могу перекричать. Вот, они начинают в постилках копаться, как вот, если бы сейчас я вот эту солому положила, в которой очень много вот этих еще зерен в самих колосьях. Комбайн, видимо, так сработал. Вот, и получилось так. Так что не забывайте, гнезда тоже надо обязательно обрабатывать, менять подстилку, потому что, чтобы яйцо было чистое, как говорится, его прекрасно взять, когда оно с чистого сена, вот, без помета, обязательно смотрите за этим. И пытайтесь, я говорю, мы не сразу пришли к этим гнездам, они у нас то там им то не нравилось, то несли все в одном гнезде. Но вот пришли к такому, вот 4 гнезда у нас в этой... Вот стоят друг на друга. Вот на улице так все-таки мерзопакостно, как я скажу. Так что будут вопросы, задавайте. Обращайте внимание на все. Лучше, как я уже сказала, профилактика. Профилактика всего.